Короче, мы сейчас сделали фотографию от Адвента, чтобы понимать, насколько он гигантский. Он, блин, супер гигантский. Он весит 10 килограмм. Давид умер, пока нес его. Ладно, он жив, на самом деле, сидит там. Его спине пипец. Ребята, вот сейчас я держу вот так Адвент таким образом, и мне тяжело. Он не помещается в кадр с тобой, понимаешь? Вот твоя голова. Реально? Да, а вот так помещается Адвент. Но нет твоей головы. Чем будем распаковывать? В ванне. Потому что он не помещается ни в ванне. Ай! Там были туалеты, насколько он огромный. На самом деле логично снимать в ванне, потому что это штуки для ванны. С туалета и будем забираться, потому что иначе невозможно. Сейчас все сломаешь мне тут. Вы видите? Это раз, два, три. А если я правильно понимаю, то эти чуваки еще тоже, видишь, достаются. Офигенно! Подожди, сейчас. Допустим, вот хорошо, начнем с 20-го. Подожди, надо начать с одного. Это твой адвент, но нельзя. Давай, Лян, ищи номер один. Вот! Ну, раз ты нашла, доставай. Хорошо. Господи, адвент на пойнт туалетки я еще никогда не снимала. Как тяжело. Чего, открывать можно? Да. Открывай. А мы уже видео снимаем? Да. А, давай вскроем человека сначала. Ну, давай вскроем человека для начала. Мне кажется, там что-то под ним есть. Типа какой-то сюрприз. А там ничего. Ну? Чего ты всех тут за скамел развела? Это гель для душа. Вау, там гель для душа. Gross. Огромный. Но он реально большой. Ты... Вот гель, вот голова Лианы. Чем пахнет? Давай. Мне кажется, эта штука реально стоит 10 тысяч. Я люблю химозно-розу. Я называю этот запах химозно-розу. Еще есть химозно-град. Это который азиатский виноград. Но химозно-роза классная. Я знаю, что многих этот запах бесит, но мне нравится, поэтому ставлю ему лайк. Что ж, дистанция цифра 2. Очевидно, что второй номер достаю я. Если что, у нас все это стоит на туалете. Я нашла цифру 2, она лежит прямо здесь. Достаем ее. Господи, он такой большой. Порвала коробку. Я нашла что-то с ромашкой, девочки. Что это? Почему такой большой коробки и такая маленькая штучка? А, это, короче, это гидрофильное масло с ромашкой. Ты его наносишь, оно сначала вот такой по текстуре, потом бах-бах-бах, оно снимает твой макияж, ты наносишь его на лицо, и потом смываешь водичкой, и так и получается. Прикольно. Цифра 3 ищи. Ура. Я встану перед вами на колени сегодня против. Я думаю, вряд ли вы против. Они идут не по порядку. А вот, немножко обманула вас. Огромная коробка, надеюсь, мне что-то большое. О, нифига, тонер. Я обожаю тоники. Это тонер. А почему получается тонер от тоника? Блин, слушай, на самом деле, мне кажется, люди сами, которые выпускают все это добро, не знают, чем отличается тонер от тоника. Потому что зачастую бывает так, что тоник — это такая штука, которую используют после снятия макияжа, чтобы его доснимать. А иногда это бывает... Осторожно, я не закрою, почему? Прости. А иногда бывает так, что его используют для того, чтобы увлажнять кожу. То есть тут реально нужно смотреть инструкцию. Еще посмотрим, что конкретно это. Сейчас я возьму ватный диск, мы попробуем сразу. Да, это как раз, который удаляет остатки макияжа. А вот именно что тонер используется не на ватный диск, а для того, чтобы наносить на лицо вот таким вот похожим движением. Приятное ощущение и приятный пах. 4. Ребята, оцените, пожалуйста, нашу локацию от 1 до 10. Мне кажется, она все 10 занимает. А вот и четверочка. Я знаю, что это. Ребята, что это? Это коньяку. Для снятия макияжа губочка такая. Раньше были очень хайповые. Слушай, честно, большой, хороший продукт. Мне пока этот календарь мне реально нравится больше, чем все остальное, потому что, ну, тут хрена все. Я обожаю такие штуки. Она сейчас очень твердая. Если ее намочить, она станет мягкой, и так мываешь лицо, и все офигенно. О, опять я. Пятерка. Да, мне по порядку. Мне нравится, что у меня такие большие банки. Мне нравится, что тебе нравятся большие банки. Что-то с витамином Е. Это умывалка. Деликатная умывалка на основе молочка. Пойдемте искать туалетную шестерку. Название супергероев, знаете, туалетная шестерка. Блин, если я была бы супергероем, у меня была бы сила козы. В туалетной шестерке. Что такое сила козы? Ну, у меня больше рога. А это я в образе козы из туалетной шестерки, так что придумайте, как звали бы моего персонажа и что за сила у него бы была. Еще жду вас в своей телеге, там много коз и меня. Крем для душа. Ну, в целом, это неинтересно, поэтому как-то дальше. Ну, понюхать. Ну, мы замечаем. Ну, он с макадами, типа, поэтому, наверное, маленький. Дядька. Офигенно пахнет, блин. Тебе реально нравится? Тебе нет? Это же дядька пахнет. Вообще не чувствую, что пахнет дядькой. Скоро Новый год, и я уверена, что вы уже задумывались на тему подарков для друзей. А что насчет подарка для себя? Я помогу вам в этом. В описании есть ссылочка, перейди по ней, оформи себе Тинькофф Платинум с вечным бесплатным обслуживанием. Для оформления карты Тинькофф Платинум тебе понадобится всего лишь твой паспорт и минута времени. И с этой комбинацией ты вот что получишь. Кредитный лимит до 700 тысяч рублей. Кэшбэк до 30% бонусами, где один бонус равен 1 рублю, который можете тратить на компенсацию ваших покупок.
Ну, например, ресторанах, кафе, барах. До 120 дней без процентов на погашение кредита. Рассрочка 0% до 12 месяцев на любые покупки. Переводы бесплатно до 50 тысяч рублей на любые карты любых других банков. Ты даже можешь перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные. Быстрое решение о выдаче. Доставка карты в день оформления. Переходи по ссылочке в описании и успей оформить карту до 26 декабря, чтобы получить бесплатное обслуживание навсегда. Номер 7. Мой английский просто. Обожаю, что ты на фоне. Какая-то маленькая коробочка. Я же Lip Butter. Это масло для губ или что? Это я догадалась. Оно офигенно пахнет. Номер 8. Огромная коробка, вау. Мочалка! Просто губка. Губка обыкновенная. Дальше. Цифра номер 9. Вы не представляете, про такой детский восторг. Я первый раз открываю такие большие отвертки дари. Рада, что кто-то радуется. Опять большая банка. Это пена для ванны. Это вкусный запах, но мне не вкусно. Ой, я люблю такое. А что это? Можешь мне похоже по вкусу на фрутеллу. Да, это что-то кисломолочно-йогуртовое. Вот есть такое состояние? Да. Фрутелла, мама, вот такое вот. Вайп, это вот конфет. Да, я просто не очень люблю такое, поэтому... А я наоборот люблю. Десятка. Блин, прикольно, что у тебя маленькие коробочки. Мне большие. Что за тестер мне попался в очередной раз? И это... Маска. Маска? Почему она такая крохотная? Вот уж не знаю. Нет, это прикольно. Это похоже на что-то имбирное. Это рис. Это рис? Да. Это маска для лица? Да. Это очищающая маска. Вау, она очень приятная, она очень. Ну, она как маска пилинг, типа, даже. Да. Потому что там какие-то вот эти вот граной. Мне нравится. Надеюсь, что у нее маленький расход, потому что, знаешь, этой штучки хватит буквально на два раза. Нет, смотри, много хватит, знаешь, сколько здесь? Да. 15 миллилитров, это нормально, на самом деле. Пока она руки моет, я вытащу с нее цифру один. Нет, подожди, ожидание. Посмотрите, какая огромная коробка, потому что вау, там сейчас будет просто лотерейный билет. А тут просто маска для лица. Ну, знаешь, лотерейный билет не супер большой, поэтому... Цифра номер 12. Какое число ты бронируешь, которое никто, кроме тебя, не сможет открыть? Я бронирую цифру 17, она моя в любом случае не трогает. Я 22, все договорились. 12. Кстати, упаковка большая и тяжелая. Обожаю, спасибо, что не надо мной это сделал. Я представляю, какой бы боль была бы на твоем ноге, потому что она тяжелая. Какой бы боль была бы на твоей ноге? Понять, что я нервничаю. Нет, что за 12, я ни стихира не учу, да нет. Ну, то есть я испугалась. Хорошо, что маски для лица с витамином С, ребят. Вот это нормальный размер маски. Вот. Так, 13-й номерочек. А, спасибо. Я что за подсказку. Хочешь открыть? Конечно, люблю. Откроешь. Давай. Вот главное мне понравилось, что в первый раз она уже шмякнула, но второй раз опять так сделала. Ух, как. О, вот это прикольно. Это мисс для тела. С манго. Мне очень нравится. Немножко похоже на освежитель воздуха в туалете, но огромный объем. И веган, что очень приятно. Какой огромный адвент, я бы сказала. Уф, ребят, реально, адвент классный. Это шампунь. Огромный. Да, зачем вам зубы, да, как бы? У меня Венера, у меня уже... Давай, мы же миллионеры, ломай Венера. Они что, этого рубля? Вопрос не в том, как мы стоим, а в том, как геморрой. Да. Можешь прочитать, для каких волос это шампунь интересно? Для сухих и суперсухих волос. О, это нам подходит. Интенсивное восстановление. Все, 15 номер. Блин, маленькая коробочка. Вот такое. Я тоже буду рвать коробочки тогда. Агрессивно достаю. Скраб. Для губ. Нет, это масло для губ, простите, показалось. Очень странно пахнет, если честно. А мне как будто пахнет обычным лифтом. Интересно, что нам все разное нравится. Мне абсолютно нормально. По запаху и на губах она прям, мне реально норм. Но вот на губах ощущается приятно, но я не люблю таких штук, потому что, во-первых, если вот с этими ногтями, это невозможно взять. У меня было 15. Вау, у тебя... Так, давай ты 16 откроешь, потому что я еще открываю я. Давай. Хорошо. Он такой, у них крутой, какой-то супер бодипозитивный, тут люди длинные, короткие, да нет, это было плохо, да? Высокие, низкие, полные, худые, беременная даже есть тетя. Это офигенно. Не, ну это буквально бодипозитивный календарь от Бодишоп. За это я ставлю огромный лайк. Я в целом ему реально ставлю лайк, мы тут не ровнили, но, знаете, за 10 тысяч, мне кажется, тут уже состав больше на десятку. Офигенный, офигенный, офигенный.
И это кондиционер для волос. В целом довольно логично, потому что был шампунь. Для сухих и очень сухих. Это одна и та же серия. Семейство. Это одна и та же семейство. Офигенно пахнет. Вот, вот реально пахнет супер. И это опять веганская штука. Это реально круто. Тут все веганское. Я не знала. А это сказала сольную цифру. И надеюсь, там будет не какой-нибудь говнина. Тут у нас дядька-барабанщик и дядька-гитарист. И тарарара. Еле быть боди-скраб с ароматом розы. Я люблю такой запах, опять-таки. Я люблю розы. Я вначале сказала, потому что радужка в моей цифре роза. И да, по консистенции он прям абсолютно приколдесный. Так же показалось, как моя поза и как мой грязный носок и труба в камеру лезет. Цифра 18. Какая большая. Вот я не люблю, когда в таких больших коробочках что-то очень легкое. Ну это что за писюлька такая маленькая? Это же крем-коробка со вкусом манго. Ну вот да, отлично. Давай, сейчас самое время увлажнять ручки. Эмоциональное выгорание, выгорание, но хотя бы путь будет очень тревожный. Ладно. О, консистенция супер. Я ставлю лайк, особенно вместе с гель-скрабом для душа, прям отлично. Слушай, оно реально сразу питалось, оно прям норм. Я что-то даже в момент, когда спрашивала, затупила, потому что крем-то... Наносила, наносила. Да, а его. Нет, его вообще нету. Можешь потрогать. Вообще нету. Цифра какая? Следующая. Что-то очень большое грядет. Йогурт для тела. Я хотела, что такое йогурт для тела, как молочко, наверное. Но мне нравится, как пахнет, запах хороший. Йогурт, это, наверное, для увлажнения тела после душа, скорее всего, да? Ну, видимо, да. Спасибо за это. 20. Мне опять попалась легкая коробочка. А, ну это опять. О, это прям для рук с розой. Я его забираю сразу, потому что роза класс. Слушай, я поняла, что роза не мой любимый запах. Я обожаю химозную розу. Она так воняет, я ее прям чувствую, радуюсь. 21. Давай. В этот раз, в общем, скажется, что цифра 25 будет охеренная. Я думаю, они вряд ли какой-нибудь голям подсунут, это обычно бывает во всех адвент-календарах этого года. А бывает цифра 25, разве не 24? Здесь 25 последний, здесь прям цифра Рождества. Обычно 24. И здесь у нас... Короче, они открываются, но маска с углем в целом... Ну, просто маска с углем. Давай я открою, у нас просто руки в маске, поэтому не открывается. Ай, вкусно пахнет. Цифра 22. Давайте для начала вскроем тетю. Ну давай, вскроем тетю. Это мое любимое число, ты пока душ, да, примешь? Да, пока посижу. Это body lotion. А когда им пахнет дядькой? Ты заль! Когда им пахнет дядькой? Не чувствую запах, у меня нос пропал. Вообще запах. Ну-ка, понюхай ты. Чуть-чуть, да, есть запах. А вот так чувствуется сильно запах. Но это все-таки не пахнет дядькой. Ничего в этом мире не пахнет дядькой. Кроме дядьки. Цифра 23. О, какая большая коробочка тебе досталась. Нет, я. Нет. Да блин! Это тканевая маска. Для чего она? Для лица. Просто тканевая маска это супер. В таком календаре, где, в принципе, почти все полноразмерные продукты, я считаю, что это лишнее наполнение не будет, поэтому ставлю лайк и отбрасываю это вниз, и пойдем дальше. Смотреть осталось немного. Я согласна, что тканевая маска это супер. Просто от большой коробочки я ожидаю чего-то большого. Да, это ванный обзор. Что вас удивляет? Так. Я всегда все роняю, я даже себя всегда роняю. О, в коробочке коробочка! Тебе достается 25-е, ну ля ты ку-ку, я конечно. Духи что ли? А, это ампула? Круто. Это сыворотка, да, для лица? Проверьте, пожалуйста, проверьте. Ты же эксперт. Здесь написано, что это капельки юности. Так что да, есть это сыворотка. Написано, да, это сыворотка. Какой-то концентрат. Концентрат, да, они обычно всегда есть концентрат. Довольно. Сейчас как капнешь, так сразу станешь юный. Я не могу капнуть, не хотят, чтобы я была юной. Значит, я не могу делать, потому что я так приняла. Было бы логично. Пахнет хорошо. Осторожно. Да, о, блин, прикольно, мне нравится. Ну что, я передам тебе или ты сама дотянешься? Да, я дотянусь. Спасибо. 25. Посмотрим, блин. Липкая сыворотка, неприятно. Итак, значит, цифра 25. Как ты думаешь, что там? Я бы хотела, чтобы там была как бы палетка теней, но там явно не палетка теней. Ну что-то там еще может быть. Видно, душа было, съемно было. Ой, да, конечно, но не пакетик. Палец без теней. Ну, не знаю, я знаю, что эти пакетики будут в обуви, для того, чтобы влажно. Да, но если их будут в обувь, то что там? Обувь для маленьких собак. Что-то для обуви? Да нет, ты меня наэтываешь. Ты меня заскамила. Я что, клёвый чел? Масло для тела. С авокадо на 96 часов хватает. Вот я не понимаю, типа, это о, что? Блин, они круто? Они предлагают мыться раз в 96 часов. Маска. Охрененная, слушай. Просто вот рофлами она охрененная. Понимаешь, да, чем я? Слушай, это так приятно делать. И оно так приятно мажется. Ну что, а цене от 1 до 10 это 2 фильда. Ну вообще, это стоило 10 тысяч. Я поставлю ему, наверное, 8. Потому что тут... Это
растения, да, которые распаковываются последние несколько лет. А ты сколько ставишь? 10.